Добрый день, приветствую, всем удачи сегодня. Добрый день. Добрый день, всем удачи. Так, так, здесь друзья-соперники. Заглянем их в глаза. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Так, подойти, поздороваться с начальником пресс-службы, иначе могут и выставить. То есть здесь, так сказать, сейчас можно, приветствую. Добрый день. Так, самые последние новинки, да, это правильно. Буквально 15 минут назад вышел журнал, и все разбирается тут же на ходу. Это серьезно. А это моя любимая шахматистка. Добрый день. Здравствуйте. Ну, я не могу сказать, мой любимый шахматист. Как ты? Не знаю я ничего. Понятно. Добрый день. Да, сейчас он. Добрый день, ребята и девчата. Добрый день. Здравствуйте. Как настроение? Боевое. Правильно. Судить будем строго. Да. Не сверху, не сверху видно все. Добрый день. Добрый день. Так, вот здесь вот болельщики уже с шахматами сидят. Не просто так. Владимир Барский, главный редактор сайта РШФ. Ему сверху видно. Все. О, тут даже одеялки припасены. Добрый день. Добрый день. Так. Это питание, случайно не алкоголь, не наркотик, не допинг. Учтите, здесь будет налажен строгий медицинский контроль, поэтому... Как успехи? Пока никак. А как сестренка? Отлично. Привет. Отдыхает. Привет ей. Хорошо. От меня огромный. И поэтому это все, конечно, все съел, да. Он вообще все съел. Это понятно, да. Но и перекосы, это не принципово. Сейчас они ведут, показали. Спортивный же гад, что есть. Телевизор. Ну там 22. Сколько конкурент идет, смотри. Да, конкурент. Так, ребята, я рад вас видеть. Какой конкурент еще? Да ладно, бросьте вы. Что с вами, волками, может сравниться? Главный конкурент. Это Сторнев. Родник. Там будет. Я?
Ты же одинокий. Ветеранский. Добрый день. Добрый день. Луги Гвалишвили. Григорий Горец. Арбитр Бухтин Строк. Ну и здоровый. Ну как они придут? Бухтин Чувствует. Нет, здесь мы черепим. Может, Саша посадить? Так, Паша, вот Паша. Паша, я говорю, все придут. Паша, придет друг. Так. Добрый день. Я вас помню хорошо. Прекрасно, я вас тоже. Добрый день. Как идет подготовка? Хорошо. К турниру. Хорошо идет подготовка. На высшем уровне уже все организации дали добро. Финансирование выделено, команда создана. В общем, идем к высотам. Но, ну, там три дня, что ли? Напомните, пожалуйста, когда начинается. С 8 по 11 ноября. 8 день заезда, 9 первый тур и начало игры. 11 закрытие. Спасибо, посмотрим, а может быть и поучаствуем. Обязательно. Какой первый приз? Женя, Саша.